Привет, ребят! Сегодня мы с Кокосом вдвоем дома. Сын ушел на работу, жена на работе, у меня выходной, и я решил немножко поснимать. Что у нас с Кокосом из этого получится, увидим. Кокос немножко сонный, мы с ним только что недавно прогулялись, а сейчас идем завтракать. Кокос, ну что, пошли завтракать? Давай! Сидеть. Все, жди теперь. Итак, 60 грамм. Ждешь? Сидеть. Да. Тебе не стыдно? Опять все раскидал. Сожрал всю нашу мебель, теперь жрешь свою. Вот хорошо быть собакой. Сожрет свою мебель, а люди ему должны покупать другую. Это уже перебор. Это уже перебор. Я сказал, это уже перебор. А спать где будешь? Спать где будешь? Это, конечно, можно еще немножко исправить, но замок полностью порванный. Если это зашить, то тогда стирать не будет возможности. То в любом случае через месяц, через два необходимо новую кроватку покупать. Этому дай возможность и подушку свою сгрызет. Кокос, а где Хрюша? Хрюша где? Вот он Хрюша, Кокос. Кокос. Кокос, вот он Хрюша. Вот он Хрюша. Спасибо тебе. Любишь свининку, Кокос? По-моему, Хрюша недоволен знакомством с Кокосом. Ну уж пусть будет это лучше Хрюша, чем кроватка. Хрюше не повезло. Кокос играет с Хрюшей с аппетитом, с любовью, да? Сейчас дадим ему вот эту игрушку, пусть займется чем-нибудь, не бездельничает, не рвет свою кроватку. Внутри косточка в этой игрушке, от нее есть запах. На!
Давай сам занимайся. Сам поиграешь, я пойду делами заниматься. Хорошо? Давай. Что там? Часы тревожат душу. Обычно кокос днем всегда спит. Но я сейчас нахожусь дома, у меня небольшой отпуск. И как видите, кокос бодрствует. Из-за этого столько много пакостит. Спать-то хочется, да? На свою любимую игрушку. Забавляйся, я поехал в магазин. Трудный выбор, с какой же стороны начать. Еще и хвост достает. Я заметил, что последнее время у кокоса вот в этой игрушке ухо лучше всего идет. Оно мягкое, он его растеребит, размочит, размусолит и как соску сосет. Или как титьку мамину. Ну привет! Съездил сейчас в магазин, ребят. Купил кокосу некоторые вкусняшки новые. У нас закончились. В обед мы его немножко подкармливаем. В обед ему дам пару штук. Пусть порадуется за все его заслуги. А заслуг у него много. Да, кокос? Последняя заслуга какая? Это кроватка, последняя заслуга. Балуем мы тебя, кокос. Господи, какой ты у меня. Сюда иди. Постой. Сейчас откроем упаковки. Давай сейчас вот это попробуем. Что это такое, я не знаю. Но мне кажется, это какая-то выпечка с мясом. Ну давай. Рассказывай. Пошел. А, пошел в кроватку. Кроватку утром сожрал всю. Смотрите, ребят, от меня прячется. Я не буду забирать. Я просто посмотрю. Хоть бы дал посмотреть бы. Раскрошил. Ладно, ешь. Но, видимо, вкусно. Итак, вот этому зачет. Кокос хрумтел с аппетитом. Давай следующее тестировать. Вот это. Ну, с этим ты, по-моему, быстренько не расправишься. Ну такие жилы серьезные, не сдвинешь. Интересно, как ты с этим справишься? Сидеть. Ну, с этим он долго сейчас будет забавляться. А я пока пойду своими делами заниматься. Приятного аппетита тебе, кокос!
Зачетная косточка. Не зажми ее раньше времени. Какая у тебя морда, а, кокоса? Ну это же жуть, кокос. Разве можно быть таким некрасивым, а? Ну, вот этому блюду тоже зачет. Не так, как съедобное, как веселое. И кокос ей сейчас, ох, как весело забавляется, а? Самое главное, она еще долгоиграющая. Ну ты куда дел ее? Где она у тебя? Косточка твоя. Ох, забавная штуковина кокос, а? Ох, ты понасвинячил здесь, а, кокос, а? Ох ты, ох, сумасшедший пес, а? А на этом, друзья, я думаю, наше видео подойдет к концу. Те, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Кокос интересный пес, за ним иногда интересно наблюдать. Кокос, давай прощайся. Эх ты. Ну, за кокоса буду прощаться я. Ребят, до новых встреч. И не забудьте поставить лайк кокосу. Ну и нам заодно. Нам будет приятно.